1 апреля получателей социальных пенсий ждет прибавка. Денежные выплаты нетрудоспособным гражданам увеличатся на 10,3% до 8 719 рублей. Таким образом, рост компенсации по старости, инвалидности и потере кормильца составит 800 рублей. По данным отделения Пенсионного фонда, такая мера коснется 37 тысяч жителей Тюменской области. Это 10-я часть от всех получателей пенсий в регионе. А средний размер выплаты для детей-инвалидов составит 13 162 рублей. Больше 30 тысяч рублей будут получать обладатели двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и граждане с инвалидностью от военной травмы. Других повышений в этом году не запланировано. У нас будет корректировка уже страховой пенсии. Это коснется работающих пенсионеров. С 1 августа размер пенсии у них увеличится в зависимости, соответственно, от уплаты страхового взноса, поступления страхового взноса.